И всем привет, ребята! И мы сегодня снимаем My Singing Monster. И вместе с моим братом. Да, сейчас Тимоха говорит. Мы, короче, играем вместе My Singing Monster. Смотрите у Тимохи видео, что у него острое. Мы будем снимать одновременно. Так, собираем все. Монетки. Собираем монетки. А что, тогда можно было, что ли? Да, так можно. О, раковица. Я вчера... У меня раковица скрафчилась. Хорошо. Потише. Забираем их спишку. Так, дальше. Смучерок. Зачем тебе три шмучерога? Я этого продам. Просто у меня квест. Я все равно. Так, кого? Просто еле бей. Раковица. Так, давай. Просто можно немножко потише будет слышно, то лучше слышно. О! Тирокса запихиваем в этого. А где он? Высекаем. Так. Тимох, можешь мне факел зажечь? Зажигаем Тимохе факел, а он мне. Сейчас подожди. Тимоха пока там. Я ему сейчас зажгу факел. Оп. Все. Мы купим за 75 тысяч. Лайк. Так, давайте проверим моих зинтов. Что там у меня с зинтами? Опа, гемы. Плюс 2 гема зинт дал. Так, а, блин, я не того вывел. А, у меня тут уже есть тирок. Да, с его выведем скоро. Так, у меня тут же рули. Сейчас проверим. А, вот конгушка. Вы где? Вот, высекаем. Один. Нет, только... Паузу. Так, Тимоха, у тебя все записывается? Да, у меня все записывается. А то, как у меня в прошлой серии. Вылетело просто и все. Так, крутит не хочу. Колесо фортуны. Тимоха, крутит уже? Я еще даже не хочу. Ой, кстати, я за 75... Так, вот у меня реклама была. Так, подождите. О, все, уже нормально. Ты что-то забагнул. Так, усталоса тоже. Высекаем. Что у меня там осталось? Так. Меня вроде... Осминут? Да, осминут. Где бы мне осминут? Остров холода там можно осминут было вывести или нет? Нет, там нельзя. Ага, можно. Нельзя или можно? Можно. Так. Ну да, но у меня нет этого. О, а сколько осьминог выводится? 10 часов? Ну, значит, цель. Кстати, я в этом ролике еще покажу, как скрафтить диджа. А я, значит, в следующей серии активирую. Ну да. Ну как скоро? Пошли. Скоро. Еще денег надо накопить. Так. Понятно. Давай. Осьминога? В этот, это видео будет с монтажом, скорее всего. Так, что для него по... Листок и вода. Опа. Листок и вода. Оля, муха. Хотя нет, может и без монтажа. Короче, так, там есть раскрутить? Нет, еще не могу. Так, что мне делать? Блин, остров гублю.
дуба сколько? Как? Мне не хватает 8 дубов всего лишь. А, вот тут. Ну, в следующей серии выведем второго зельта. А хотя, я не знаю. Может, я... Ну да, скорее всего, я сниму отрывок и вставлю его в следующее видео. Тетя Мох, как там у тебя дела? Я вот прохожу испытание на память. А у меня еще недоступно, у меня через 4 часа. Да ну? Тут у меня опять немножко... Сейчас, подожди. Стоп, Тимох, скажу еще раз. Если вы хотите поиграть, ну, увидеть это, и видео с Вадимином, с Вадиминой вебкой, где мы будем играть в Мак. Хотите? Или Fortnite. Или в Roblox. Я хочу больше. И предлагайте, что нам играть, Тимох. Да. Может, вообще Brawl Stars. Заснимем. Ну, 1000 лет не записывали. Ну да. Майнкрафт, ну, мы сейчас не записываем, потому что в России мы сейчас не доступны. Ну да. Так, что бы еще вам сказать? Тимоха там игру на память играет. Как он дал? Я просто на рандом нажал. Так, давайте я... А, там же права, короче. Можете послушать по моему коду острову. Внизу в уголку будет мой код ост. Код друга. Вводите его, и я вас добавлю в друзья. И я тоже. Да, и Тимоха тоже. Тимохин код будет в описании. И мой тоже, кому... Кто хочет. Да. И либо внизу, в левом углу. Будет код друга. Пока что никто не добавляется. О, я хочу статью Сахапуши себе. Вот. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у Тимохи. Так, у него тут, конечно, 4 брюшка, 2 мамонта, 3 барабана, короче. Это потому что мне все стирание выпало. Это мне все стирание выпало. А, стирание. А ты пытался вывести этого? Кого? Из балалиста. Не, я знаю. Давай попытаемся вывести. Не, я хочу сейчас Сахапуша попробовать вывести. Если он вывезет, то я ставлю отрывок. Это Тимохин, который Тимоха вывел. Ну и немножко отрывок видео Тимохи вставлю. Только... Мое видео. Немножко. Только я выведу Сахапуша в следующей серии. В следующей серии? Сахапуша? Если это будет... Если он выведет, то это будет капец. Как круто. Да, Тимох? Я могу... Его рассказать сейчас рецепт. Нет, это секрет по следующую серию. Ладно. У тебя будет вторая серия, у меня третья. Нет, это у тебя сейчас третья. Ну, у меня третья. Да, так, ищем. Я сейчас пытаюсь этого вывести Гуджубу. Ну и из листа еще одного. Кто может подсказать, как вывести Гуджуба? Пишите в комментариях, а то я не знаю как. Ой, хотел бы его очень. А, нет, я сейчас пытаюсь ужаса. Ну и Гуджуба тоже хочу. Так что пишите в комменты, я хочу его вывести. И скажите как. Я вам поставлю лайк с сердечком. Если вы знаете, как вывести Сахапуша, тогда я на вас подпишусь, ставлю колокольчик и поставлю мне лайк. Че, Тимоха, ты играл? Нет, блин. У него 3 попытки осталось. Да. Давай попробуем из балалиста тебе вывести. Давай? Давай. Я вставлю, как он попытается. Кстати, я завтра сделаю новую серию.
А ты, Тимох, я же ему же факел зажег. Ты можешь зажечь факел, прикинь. Я зажег. Ты зажег? Да. Его как раз из балла листа. Нет, сахапуша. Не, из балла листа. А завтра? Сахабужа. Я тебя тоже. Так, давай. Тимоха выбирает приз. Один ключик. Да блин, ну ладно. Почти 100 гемов. Ну хотя бы один ключик. Не то, ой, что я могу этого. Не то, что мне 600 монет. Так. Пока Тимоха отключился на немного. Я пока поговорю. Это видео, как и прошлое, будет с монтажом. Так, забираем. О, Тимоха забираем, пришел. Собираем, давай. Собираем. Тимоха собирает монеты. Так. Покупаем нового. Так, подожди, ты хотела из балла листа выводить. Сейчас, сначала на удачу кого-нибудь купим. Так, у него... Давай, ми. Я так хотел. У меня такой есть. У меня ми есть. Вот он. Тимоха только что вот этого купил. Ми. О, Тимоха, давай, поздравляю. У меня уже 6 их. У меня 5. Так, давайте создадим кого-нибудь. Например, желтого. Так, давай, Тимох. Зажги факел, а у тебя зажжен. Я оставлю отрывок, как он выводит из балла листа. И получится ли у него это. Короче, я ставлю на паузу и вставлю этот отрывок. Так, давай, Тимох. Зажги факел, а у тебя зажжен. Я оставлю отрывок, как он выводит из балла листа. И получится ли у него это. Короче, я ставлю на паузу и вставлю этот отрывок. Так, я тут переместился к Тимохе. Так, давай, кого Тимох? Нужно? Нужно этого брюшка и динозавра Тирокса. Давай. Пожалуйста. Да блин, ну почти. Ой. Да еще одну попытку, давай. Блин. Да ты можешь сейчас рекламу посмотреть. А ты говоришь? Так, Тиму, вот, смотри, рекламу, давай. Это, можешь продать. Да продадим. А спать нет? Ой, стоп. О, высыпь. О, Е. Так, давай. Не, зачем? Давай на удачу. А, заберем монетки? Так. Так. Давай, повези. Давай, пожалуйста. Пожалуйста, давай. Да блин, ну чё, как всегда. Можешь 100 раз. В следующей части мы попытаемся вывести Сахабужу. Мне и тебе. Да? Попытался вывести, конечно. Ну, и вы увидите, получилось у него или нет. Я ставлю, вставил отрывок уже. Ну, вы посмотрели уже. Ну и видео подошло к концу, да, Тимо? А, у него конгушка еще скрафтилась. Давай. Дай конгушку. А, давай. Блин, у него надо к дворец. Ну ладно, в следующей части, да. Давай. А можешь показать, что у меня тут? Ну, покажи. Ну, вот вы видите. У меня тут губка. Кстати, почему мне бесплатный скин дался? Короче. С вами был Турбо и Games TV. Мы с вами прощаемся. Увидимся в следующей части. Всем пока-пока!